Прежде всего, я должен сказать, что очень большая заслуга и очень серьезное достижение – это то, что наш концерт будет транслироваться в прямом эфире на одном из центральных федеральных каналов. Выбор артистов был напрямую связан и согласовывался по каждой персоне как раз с руководством канала, поскольку у каждой трансляционной компании в любом случае есть определенная своя аудитория. Сама концертная программа, она будет как раз соткана, она будет составляться, это будет читаться невооруженным взглядом, она будет состоять из тех основных постулатов, из тех основных моментов, из истории города Тобольска и из истории региона, и которые, собственно, и являются самой основой культуры Тюменского региона. Поэтому для нас это визитная карточка, программа – это определенная такая афиша культуры региона, и абсолютно уверен в том, что нам будет сопутствовать успех.